поразительно просто. Еще и до этого была отличная возможность Рубцова. Мягкий заброс в штрафную, и это гол! Здесь столкнулся Сорокин с нападающим авангарда, но гол будет засчитан, насколько я понимаю. И, по-моему, тот самый момент, когда авангард проводил голевую атаку, тут на арене резко включились прожектора. С Сорокином все в порядке. Вот еще один шанс, удар, и вот теперь гол! 1-1! Сахалинец, и Васильченко исправляется за промах свой 5-минутной давности. Получает мяч на линии штрафной, продвигается вперед и прицельно бьет в дальний угол. 1-1. И в четвертом матче подряд Васильченко забивает. Это его 5-й гол. Роскошно абсолютно этот сезон начинает футболист. По нраву такой футбол, когда одну из самых сильных команд своей группы сахалинец развозит. Так, а здесь неудавшийся Нойер выходит из вратаря сахалинца. Ну, просто привез своей команде этот гол сейчас, если честно. Голкипер, да, там и полностью провалилась средняя зона. Потому что втроем игроки авангарда выбегали на ворота. Но Андрей Сорокин совсем неправильно рассчитал и рассчитал свои силы. Ну и подарил Земскову второй дубль подряд. Земсков очень хладнокровно все исполнил. Для этого снаружи всех измерений она как будто бы находится. Особенно первые 20 минут. Хороший момент, и здесь можно и на второй темп, можно и самому. Что выберет Игнатенко? Выбирает удар, а здесь добивание, и что, офсайда нет? Да, это гол! Михаил Земсков оформляет хит-трик, ну и Андрей Сорокин, в общем, отпускает просто мяч от себя, и я не удивлюсь, если будет замена вратаря. Ну, потому что Сорокин, конечно, сегодня 2 гола привез своей команде. На линию вратарской навес и красиво в касание завершают футболиста авангарда. Все поздравляют 4-го номера Александра Беляева. Держит свою команду в тонусе, а здесь ошибается Куфтин. Проникает в штрафную Игнатенко. Прострел и 5-й гол. Снова Андрей Сорокин. Но вот здесь винить его не стоит. Сорокин упал на газон, и ему, пытаясь прервать прострел, но да, очень неудачно отскочил мяч, и в итоге Сорокин сейчас колотит штангу. Гершун так как будто бы извиняясь, такое выражение лица у авангарда. Я думаю, придется очень долго мотать и скроллить. Так, ну здесь очевидно атака на вратаря, или что ли, гол. Есть навес справа. Голкипер играет на выходе. Мяч попадает в голову своему же футболисту. Да, 6-й гол. Все верно. 6-1. Еще один заброс. И здесь будет выход 1-1. Неужели 7-й гол? Да. 7-й мяч летает в ворота. Не было положения вне игры. Совсем уже стоя играет защитник сахалинца. Но вот я думаю, за этот Дроздов очень жестко спросит с них. Тут Ложков, по-моему, он отправлял мяч в ворота. Или это покер оформляет 8-й номер Земсковщик. Ну вот то, как сейчас играла защита сахалинца, посмотрите. Они все стоя стоят просто, смотрят на судью.